развития цифровой экономики информационного общества на 2016-2020 год. Принятая государственная программа сделана акцент на развитие межведомственного информационного общества. Во-первых, я воодушевлена, я взволнована тем, что это первый раз, когда я приехал в Беларусь в город Минск. But secondly, and probably more importantly to you, I'm far more excited about the power of this. And I'd like to somehow share with you my excitement around IT. Ну, во-вторых, и второй момент, который меня особенно воодушевляет и волнует сегодня, и это важно в том числе и с вашей точки зрения, это именно моя страсть к информационным технологиям. Это то, с чем я хочу вас познакомить сегодня, показать, чему они, куда они развиваются. I've been working with the UK government, I'm a UK national, since the year 2000. С 2000 года я работал с правительством Соединенного Королевства Великобритании, Советского Союза. Сегодня информационные технологии уже не являются чем-то таким, что хорошо бы, чтобы они были. Сейчас ситуация другая. Деятельность многих государственных ведомств, таких как, например, налоговая служба, таможенная служба, Министерство внутренних дел, казначейство, эти ведомства, они в принципе уже не могут работать без использования информационных технологий.